Всех приветствуем на нашем канале. Всем доброго времени суток. Как вы знаете, по нашим предыдущим видео мы приобрели афганский казан, приготовили его. И теперь мы будем варить плов. Обычно мы варим плов в открытом казане. У нас алюминиевый казан большой на 25 литров. Это первый раз мы будем варить в афганском казане. Так что оставайтесь с нами, будет познавательно. Огонь сделали на полную. Погоди, Виктор. Дальнего путешествия. Дальнего путешествия. Еле-еле душа в теле. Заливаем масло. Нормально. Литр. Что, Светлана, тебе туда принести это? Масло нагрелось, засыпаем лук. Лук пожарился до золотистого цвета. Вытаскиваем его. И будем закидывать морковку. Закидываем морковку. А что я сижу? Мне что надо хоть сфоткать, блядь. Потому что я... Поджариваем морковочку, не сильно поджариваем, чуть-чуть, чтобы она схватилась, еще может чуть-чуть. И будем вытаскивать ее и отправляем к луку, и будем обжаривать мясо. Идет тетя Надя. Иду, к обеду, готова к ланчу. Тут уже американцы ходят, скажу, это, smells pretty good. Да, запах аж туда, поэтому я сейчас пришла. Выкладываем мясо. И сейчас будет пахнуть. Это лук жарили, американцы приходят и говорят, вкусно пахнет. Все, мясо у нас пожарилось. Уже готово. Закладываем морковку жареную, лук. Все специи заливаем водой. Закрываем крышку и ставим на 15 минут. 15 минут мы считаем с того момента, когда клапана срабатывает. Что-то бегает, как заяц. Воды набирает. Каждый сейчас себе тут варит. На первую страничку поставить. Ты что, веришь? Вот это вот врежены, покажу. Сыпаем горох. Распределяем его так равномерно. Заливаем воды. Thank you.
воды мы заливаем, чтобы покрыть наш морковку, горох. Вот так, только покрыла, вот буквально. Все, собираем специи. Добавляем все наши специи. Кроме вот этого дела. В верхних слоях перемешиваем. Все. Да. Чеснок. Перец не кидаемся. У меня перца нету. Какого перца? Красный. Давай, беги, беги. Стекаете. Все, когда сработают клапана, тогда начинается отсчет 15 минут, не больше. Давай. Все, клапана сработают. С этого момента затекаем 15 минут. Да, не, это мое. Что там? Я думаю, что воды, наверное, хватит. Так, что у нас тут получилось? Думаю, надо попробовать. А ну, Влад, зацени. Горох. Вкусно. Получилось хорошо. Не хорошо, а очень хорошо. Отлично. Папа, дай сзади дегустатором. Надо, если что, по чашке. Чтобы попробовать. Мы потом все. Ладно, отлично, все. На соль попробовал? Нет. Чаю можно поговорить. Насыпаем рис. Выравниваем его. Я думаю, нам нужно добавить водички. Потом явить нужно краба вашего. Дядя Витя, ты свары его, это и суешь его куда-нибудь попадет. Это плов. Пускай так будет. Все, закрываем крышкой. И когда клапана сработают, 3 минуты. И все. Влад, скажи. Да, запах ароматный, вам не передать. Просто жалко, что камера не передает запах.
побольше сделаем. Я думаю, этого огня уже хватит. Борись, каша. То есть плов. Ставьте лайки. 3 минуты. Когда клапана сработают, 3 минуты, не больше. И все. Все, сняли с огня. 3 минуты простояло, кипело. Теперь выпускаем давление. Приподнимаем. Пробовать, открывать и пробовать. Самый ответственный момент. Посмотри. Давай, очередь. Ты держишь вот так телефон и выключила его. Ну говори уже. Посмотрите, сколько людей. Да, посмотрите, сколько людей ждут. Она выключается. А сейчас сколько проходящих было, желающих. Ты что, Надя, тут? Надя, да. Я не люблю. Что у вас, температура замеряет? Да, температура. Что там показало? Через верх рис вылазит. За счет давления оно быстро лазит. Там температура высокая получается. Вырос. Ля-ля, сколько мухи. А людей мало, не, им некуда лететь, одна. Что, можно занять? Одна столовая, да. Ну, кем? Вытащи халапеньо. Ну, ты пробуйте. А ну, Виктор. А то такие здоровые. Зацени. Как я видел? Не готов? Да. Ему надо дойти немножко. Сверху можно воды не хватить просто. Не-не-не, мы не будем воды делать. Ему дойти еще надо? Мы открыли, получилось сверху рис получился разваристый, не каша. Но он немножко не дошел. Я уверен, что внизу рис больше приготовился. Для этого мы его сейчас перемешаем здесь. Перемешаем, он постоит чуть-чуть, и он дойдет. Это верхний слой риса. Обычно, когда в открытом казане мы готовим, то мы подмешиваем верхние слои. Thank you.
пахнет. Ну что пахнет? И персиком даже. Красиво. Сейчас я учить его. А? Что там еще есть? Да. Ого. Тетя Оля, не хватает. Не хватает? Да. Давайте на вот учебу. Как там еще глянем? Здесь на емость. Для кемпа. Может быть. На продажу ставить. Опачи. Все, выгребай все там. Там есть. Так, ну давай, Оля, что-нибудь скажите. Там можно сделать бомбический. 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 Запах такой. Такая вкуснятина вообще. Ароматина. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчики. И никогда не будете голодными. Никогда. Вкуснятина вообще. Ну, разница есть вот в Казани и в этом, и вот это, что мы варили. Сейчас я воду залью. Сейчас попробуем. Да, какая разница есть, да. Очень вкусно. Очень, да. И очень есть, красивый. Есть разница, особенно когда, если не позавтракал. Надо же. Смотрите, мяско какое разваристое. Мягенькое. И цвет такой красивый. Запах. Заснял, не сфоткал. Какая вкуснятина.